Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93. Доброго времени суток. В эфире программа «Каждый день» в студии Ирина Черней. Сегодня во всем мире отмечают День гражданской авиации. Надеемся, что погода сегодня летная как для путешествий, так и для перелетов по работе. Хотите узнавать самыми первыми о предстоящих программах в эфире Первого городского? Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Амбулаторные условия клиники Синым позволяют проводить эндоскопические исследования желудка и кишечника в состоянии медикаментозного сна, то есть под наркозом, при этом не испытывая весь дискомфорт и, конечно же, никаких болевых ощущений. В Синым клиник прием пациентов ведет врач Арсенов Иван Борисович. ФГДС под анестезией ведется по предварительной записи по телефону 53 00 53 50 26 50. У природы нет плохой погоды, и с этим фактом не поспоришь. Предлагаю вам точный прогноз погоды на пятницу, 8 декабря. В Мартуке в течение суток пасмурная погода, днем за окном минус 2 градуса, ночью до минус 3. В Алге днем небольшой ветер, синоптики обещают на завтра минус 3 градуса, небольшой снег. В Хромтау завтра минус 5 градусов, в течение суток пасмурный небольшой снег, ночью минус 6. В Батамше минус 5 градусов днем, на небе пасмурный небольшой снег. В Шалкаре 2 градуса ниже нуля днем, ночью пройдет небольшой снег, минус 4 градуса. О том, какая погода будет в нашем городе в эту пятницу, смотрите далее. В областном музее искусств проходит персональная выставка актюбинской художницы Евгении Сухотиной под названием «Люблю жизнь». Посетить выставку можно до 20 декабря по будням с 9 утра до 6 часов вечера. Мультфильм-мюзикл «Тайна Коко» – новинка на самом большом экране в городе. 12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайна, потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. И несмотря на это, авторы картины обещают, что песен в мультфильме будет предостаточно. Проект «Рулевые» продолжается. Здесь мы каждый раз напоминаем вам о строгом соблюдении правил дорожного движения. Они помогут вам избежать несчастных случаев. Первая видеозапись была сделана очевидцем ДТП на улице Марата Оспанова, где столкнулись пассажирские автобусы и иномарка. В комментариях к видео сказано, что есть пострадавшие в этой аварии. Едем дальше. На следующей фотографии у нас показан текущий ямочный ремонт в районе Электрона. В комментариях у дорожных рабочих спрашивают, на фотографиях после это конечный результат или будут продолжать ремонтировать. Сегодня 7 декабря, это значит, что во всем мире отмечают Международный день гражданской авиации. Цель дня – информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств, а также в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества. Мы искренне от всей души с большой любовью поздравляем всех летчиков, бортпроводников, диспетчеров, пассажиров и многих других с Днем гражданской авиации. Желаем вам всегда попутного ветра. В Синым клиник врач-невролог проводит новокаиновую блокаду. Блокада – это инъекции лекарственных препаратов, введенные непосредственно в район болезненного очага. Особенность лечебной процедуры – мгновенный обезболивающий эффект. Здоровье бесценно, доверяйте лучшим. Сегодня день гражданской авиации. Желаю вам как можно больше путешествий в предстоящие зимние выходные дни или просто без повода. В мире происходит так много интересного. Мы рассказываем вам всегда только самое-самое лучшее. На этом выпуск подошел к завершению. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93.